Всем привет у меня на канале. Что делать, если надо отпилить дерево, ветку, просто деревяшку, доску какую-то на даче, но у вас нет ни электролобзика, ни бензопилы, ну и смысла нет. Я не вижу вообще смысла покупать на дачу бензопилу, если вы там какие-то глобальные объемы не пилите. Достаточно купить вот такой вот круг цепной на болгарку, 125 круг на маленькую болгарку. Вот у меня вот есть еще насадка с шинкой на болгарку, позже мы ее испытаем. Давайте попробуем, как этот диск пилит, ну, например, фанеру. Масло. Так что всем датчикам я рекомендую приобрести. Я приобретал на Валберсе за 300 рублей. Так что не переплачивайте деньги за бензопилы, за электропилы. Покупайте вот такие вот круги. Всем рекомендую.